Этой весной вирус заставил нас всех жить по-другому. Особенно это коснулось медицинских учреждений. В здании на Павлова раньше был филиал университета, но в марте здесь обустроили амбулаторию. Осматривают в том числе и пациентов с коронавирусом. Большую помощь в открытии центра сыграла помощь «Единой России». Нам было предоставлено это здание, где мы можем, руководствуясь маршрутизацией, логистически выстроить прием пациентов, разделив потоки здоровых пациентов от уже заболевших. Нам была безвозмездно передана помощь, техника, мебель в том числе. В том числе ноутбуки для колл-центра ковидной амбулатории. Волонтеры «Единой России» развозят лекарства пациентам и бесплатно доставляют на работу медиков. Автомобиль выделили и ресурсному центру «Добродом». Ведь сейчас все должны объединиться. Ну, во время пандемии, прямо с первого дня первой волны, партия «Единой России» активно подключилась. Выделяли также несколько своих автомобилей в первую волну. И на данный момент во второй волне они выделили нам один автомобиль для развоза заявок и помощи нашим волонтерам. Помогали и финансово. Деньги направляли в городской и региональные добровольческие центры, чтобы обеспечить их беспрерывную работу. Нуждающимся развозили продуктовые наборы. А месяц назад партия направила в ковидный госпиталь 250 комплектов постельного белья.